Священный исповедник Иоанн Оленевский. Иоанн Оленевский в миру Иван Васильевич Калинин. Родился 11 сентября 1854 года в селе Оленевка Пензенской губернии. Почил о Господе 6 августа 1951 года. Село Солонцовка, Пензенская область. Священный исповедник. Один из наиболее почитаемых подвижников Пензенской земли. 27 декабря 2000 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви Иоанн Оленевский причислен к собору новомучеников и исповедников Русской Церкви XX века. В тяжелые революционные годы старца преследовали, его били, в него стреляли, топили, привязывали к дереву, всячески нападали, но он никогда не жаловался, всех прощал и за всех молился. Он был человеком строгой жизни, великого смирения, зато и был награжден Господом способностью к чудотворению, то есть способностью утешать и исцелять всякую болезнь духовную и телесную. У батюшки Иоанна был свой родник, как у преподобного Серафима Саровского, про который он говорил: «Это мой родник, я родился, и родник родился. Я его благословил, пусть освящаются и исцеляются». В настоящее время этот родник вновь открыт, очищен и освящен. Рядом с ним построена купальня, в которой люди по обещанию старца получают исцеление. Перед Пасхой 1951 года старца сильно избили. Поболев, он умер 6 августа 1951 года и был похоронен на кладбище села Оленевка. Там, где он читал по себе отходную 2 последних десятилетия и куда приглашал своих почитателей. На могилку приходите, оттуда буду вам помогать, никого не забуду, кто придет на могилку, тому буду помогать своими молитвами у престола Царя Небесного. После кончины отца Иоанна не прекращалось его почитание как чудотворца, целителя и прозорливца. Дни его памяти установлены 31 мая, в день прославления в лике святых, и 6 августа, в день кончины. Почитается Иоанн Оленевский как святой всероссийского значения. По дороге в Оленевку заехали в Петровск, в храм Покрова Пресвятой Богородицы к отцу Сергию. Попали на литургию. Сейчас закончится литургия, будет крестный ход. А после крестного хода поедем дальше в Оленевку и в Солонцовку. Мы приехали в деревню Оленевка, где храм Иоанна Оленевского, вот он перед нами за машиной, и его келья. Сейчас пройдем в храм, а если он открыт, зайдем туда и зайдем в келью, там музей организован, посмотрим, что там. Пойдем посмотрим сам храм Священного исповедника Иоанна Оленевского.
музей кельи священноисповедника Иоанна Оленевского. Да, вот сейчас туда прямо пройдите, просто прямо пройдите. И к стеночке. Вот это крест батюшки, который был поставлен у него на монетке. Это первый его крест. Вот здесь особые документы, здесь, значит, как Оленевские тут поставлены, да? И вот, например, есть такой вот выписной эпикриз. Это действительно как бы чудо в том плане, что у людей ребенок упал с 4-го этажа. Вот, и они молились, чтобы он спасся, а врачи сказали, чтобы он умер. Потому что были вообще такие серьезные травмы, вот, и врачи думали, что они останутся, то есть ребенок останется инвалидом. Да, и они молились, и ребенок исцелился. Вот. Они приезжали сюда в прошлом году по осени. Вот, мы, кстати, их видели. Вот у них родители, еще один там сынишка родился. Вот живой, здоровый мальчишка. Знаете, вообще он был высокий. Он был высокий. Почти 2 метра. Под 2 метра. Вот. Поэтому можно сказать, что почти настоящий рост. Можете приложиться, даже видите, оставляю со списки свои просьбы. Подошли к источнику Иоанна Оленевского, и нас встречают здесь две красивые маленькие собачки. Вот один из источников, который мы сегодня посетим. Здесь я окунаться не планировал. Видимо, окунусь в Семиключие в источники. Ух ты, какая хорошая купель! А ты что, пойдешь окунаться? Можешь окунаться? Нет. Приехали в келью Иоанна Оленевского, в которой он уже жил, подвязался в зрелом возрасте. Это вот его келья. Келья отца Иоанна Оленевского. Аккуратно сшиты, спрессы.
пряжный, да, что могут пройти через колечко обычное, обручальное, прям брали. Мы сами проверяли, прям так жук. Она такая легкая, аккуратная, красивая, все. Там тоже прям тропинка к нему. Можно водичка хорошая. Возьмите агат. Нет, я же какой спас. Ой, войлок был. Вот скуёженный, войлок жёсткий. Можете дать ей что-то. Я беру конфетки с собой. Пошла. Не бачите, туда не могилку. Из Оленёвки мы приехали сейчас в Солонцовку, в храм, где покоятся мощи священноисповедника Иоанна Оленёвского. Сейчас зайдем в храм, если там разрешат поснимать, то я все покажу. А сейчас помолюсь о всех, кто просил молитв у мощей священноисповедника Иоанна Оленёвского. Заехали на местное кладбище близ Солонцовки. Здесь могилка священноисповедника Иоанна Оленёвского. Вот здесь он был захоронен, а потом, когда обретены его мощи, и их перевезли в храм Сергиевский, где мы были сейчас. Это вот могилка батюшки Иоанна. По дороге домой мы заехали в Тихвинский скит. Здесь находится 7 источников святых. Но в народе это место называют Семиключие. Сейчас идем на святой источник окунуться. Хожу я к источнику. Сейчас посмотрим, где здесь купель находится. Купель, видимо, вот здесь вот. 7 крестов. Да, вот впереди святые источники.
7 ключей. Здесь вот можно набрать водичку с собой. Морская купе. Сейчас я быстренько окунусь и еще немножечко поснимаю. Христос воскрес. Хорошая водичка. Скидцами ключи впереди мужская и женская купель. Я уже окунался, жду вот наших женщин, они вот уже окунулись, тоже выходят. Сейчас уже поедем домой.